Их служба и опасна, и трудна. Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. 400 лет назад Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством». Однако лишь с 1980 года день, тогда еще советской милиции, стал официальным праздником. Еще не раз День защитников правопорядка менял свое название. Окончательное переименование произошло в 2011 году после вступления в силу нового закона о полиции. Свой профессиональный праздник личный состав МВД, в том числе и Омской области, встречает на посту. Съемочная группа программы «Жесть» пообщалась с сотрудниками экспертно-криминалистического центра и узнала, как их работа помогает в раскрытии преступлений. У нас, получается, вот есть на ботинках сок, и также нам приносят образец для сравнения с места происшествия. Мы это все высыпаем, высушиваем в комнатной температуре и в дальнейшем исследуем в отраженном свете под микроскопом. Доказать, находился ли этот человек конкретно в этой обуви на месте происшествия.